Друзья, всем привет! Вы на канале Python Today, и сегодня мы разберем один из полезных async-инструментов, который попал мне в руки буквально пару дней назад. Модуль позволяет шерстить по более чем 100 популярным сайтам и социальным сетям, среди которых Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, GitHub, YouTube и многие другие, и находить аккаунты людей по никнейму. С программой можно работать как в терминале, так и через графический интерфейс. Мы поработаем с GitHub, развернем виртуальное окружение, установим необходимые зависимости и детально разберем работу программы. И если вам интересны практические видео по Python и другим языкам, обязательно поставьте лайк и оставьте комментарий под видео, ведь для меня это лучшая награда. Наливайте кофе, будет интересно. И перед тем, как мы начнем, хочу сказать спасибо каждому из вас за поддержку проекта. На подходе ролики по этичному хакингу, тестированию систем на безопасность, Telegram-боты и другие интересные проекты, которые уже доступны в приватном разделе. Если у вас также возникнет желание поддержать меня, присоединяйтесь к комьюнити и получайте доступ к закрытому контенту. Огромное вам спасибо за обратную связь. Для пользователей из России теперь доступна подписка по карте. Меня также смотрят многие из-за рубежа. Вам по-прежнему открыт доступ через Patreon. Также вся актуальная информация, огромное количество ништяков, включая код проектов, публикуется в Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Окей, для начала скачаем проект с GitHub, открываем терминал и выполняем команду git clone. После вставляем ссылку на репозиторий. Все ссылки я оставлю в описании к видео. После перемещаемся в директорию с проектом и развернем виртуальное окружение командой python 3-m venv. Если вам что-то будет непонятно по работе с виртуальным окружением и установкой библиотек, посмотрите видео по всплывающей подсказке. Активируем виртуальное окружение. Посмотрим, что находится внутри файла requirements. И видим знакомые многим библиотеки. IOHTTP для асинхронных запросов, Beautiful Soup для скрапинга, Colorama для красивого вывода в терминал и Flask, по всей видимости, для поднятия веб-сервера и возможности пользоваться графическим интерфейсом через браузер. Окей, обновляем pip и setup tools. После устанавливаем необходимые для работы программы зависимости из файла requirements. Все окей, переходим к запуску. Исполняемым файлом у нас является Blackbird. Главным параметром он принимает -u. Думаю, вы догадались, что это имя пользователя. Давайте протестируем утилиту. Вводим имя, Enter и пошел сбор. Видим десятки найденных страниц. Плюсами отмечены найденные страницы. Instagram. YouTube. Telegram, Reddit, все присутствует. Минусами по логике вещей те, что не удалось найти. Ну и иксом те ресурсы, данные по которым получить не удалось. У нас также есть возможность использовать графический интерфейс. Для этого используем ключ web. И открываем localhost на 5000 порту. Нас встречает простой дружелюбный интерфейс. Вводим username. И получаем вывод в браузер. Кстати, обратите внимание, в некоторых случаях еще и подтягиваются метаданные. Например, по фолловерам в Инстаграме. Данные соответствуют, проверял лично. Вся собранная информация, включая ссылки и другие метаданные по аккаунтам, сохраняется внутри JSON-файлов с именем пользователя, информацию о котором мы ищем.
Думаю, вас уже не составит труда распарсить JSON при необходимости. На Python написано множество крутых утилит, хоть для Async, хоть для пентеста, хоть для повседневной жизни. Обзоры многих я выкладываю в телеграм-канале, в котором вы найдете еще много полезной информации. Подписывайтесь, ссылки будут в описании. Надеюсь, видео было вам полезным, интересным и вы узнали что-то новое. И если хотите больше практики и роликов по Python, не забудьте поставить свой лайк и поделиться мнением или идеями в комментариях. Ведь так я понимаю, что не зря выкладываю ролики. Друзья, огромное вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, будьте здоровы, всем пока!